Сегодня национальному телевидению Чуваши исполнилось 7 лет. С самого первого дня коллектив телеканала поставил перед собой амбициозную задачу – стать важным источником информации, развиваться творчески и технически и остается верен себе. За эти годы менялось оформление, программы, ведущие и зона покрытия. Неизменным оставалось одно – любовь к своим зрителям. Сегодня национальное телевидение Чувашии вещает через спутник на всю Россию. Нас видят в Калининграде и Сибири. Главная ценность – это уникальный телевизионный фонд. Передачи, прямые трансляции, видеозаписи на чувашском и русском языках, созданные сотрудниками за такой небольшой период. Канал за последний год претерпел достаточно большие изменения внутри и в программной политике, и ведущие новые появились, да, и новые какие-то интересные идеи появились. У нас стал совершенно другой логотип, который мы поменяли буквально в начале этого года. Вот, поэтому изменения идут, дальше будет больше, потому что все хотят, да, и коллектив там в едином порыве, все хотим делать тот канал, который будет интересен зрителям. Премьерой нового сезона стала программа «Мама мечты». Она про взаимоотношения детей и родителей. Герои пытаются разобраться в своих проблемах, порой через слезы и непонимание. Ведущая проекта – психолог Татьяна Николаева. Я очень нервничаю. Я целый день плакала, я на детей орала очень. Татьяна, я помогу вам решить вашу проблему, не волнуйтесь. Это вообще решаемо. Не будет так больно, не будет переживаться. Все будет хорошо. Стартовала на телеканале и утренняя развлекательная программа на чувашском языке «Ир Пулсан». Она дарит зрителям хорошее настроение, бодрый заряд на рабочий день и немало полезной информации. В утренней передаче «Ир Пулсан» мы будем приглашать самых интересных гостей. Это самые лучшие артисты нашей республики. Это общественные деятели и просто интересные личности. Поэтому, если вы хотите не просто весело провести свое утро, а еще и интересно и познавательно, то обязательно смотрите нас с 7 утра. Стартовала на телеканале и новая программа «День студента». Это тоже наш такой эксперимент совместно с вузами республики. Самые интересные студенты из трех вузов – это Кооперативный институт, Чувашский педагогический университет и музучилище приходят сюда по будним дням, вторник, среда, четверг с 16 до 17 в прямом эфире. Студенты рассказывают о своей студенческой жизни, тоже приглашают гостей, тоже очень интересно. Живо такого еще не было, и это для нас совершенно эксперимент. Но я думаю, что он будет удачным. Так что старт новому сезону дан. И это наш подарок любимому зрителю. Стоит отметить, что обновились не только программы, но и студия. Впереди новые проекты и новые шоу. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Игорь Зверев. Республика.